Потому что, да, получается, что мы как бы свято чтим вот, вот этот договор и выполняем все эти пункты. А что касается части или доли Азербайджана, который должен также выполнять все эти все пункты вот данного договора, они как бы или не хотят, или специально затормаживают вот этот процесс. И опасность войны всегда есть. И я думаю, что пресечь это мы можем только усиливая нашу армию и перевооружая нашу армию. Потом... Просто Азербайджан и Турция, заранее зная, что все дороги, все коммуникации в регионе будут открыты, они уже блефуют и как бы для внутренней аудитории, для своих жителей, они говорят, что вот мы такие вот, воинственные, что побоялись нас и открыли все дороги. Власти Армении и, в первую очередь, Министерство иностранных дел должны делать все, чтобы не позволять ни России, ни Канаде сделать из территории Армении как бы такой плацдарм, где оба этих государств и сверхдержавы могут столкнуться.